Привет! Все нормально? Че, закрыли? Ничего не закрыли, Лев. Специально. Все в порядке, да? Почему это стоит здесь? Просто остановили, да, тут? Он остановили. Вот мы видим вместе с вами, какой поток машин, даже люди не могут проехать. И вот, кстати говоря, военные машины остановились, чтобы пустить огромные колонны, которые двигаются за Николом Пашиняном по дороге. Все хорошо. Кстати, ребят, поделитесь эфиром все, пожалуйста. Апрек!
famous. Дорогие друзья, там огромное количество машин, но... Так, моя машина меня потеряла. Скажите, что кто знает Виктора, ребят? Или Диану Болгодарян? Позвоните, скажите, что я стою здесь, после ворот Чуника. Асек Борстерем Кайнат. Ребят, позвоните Диане Болгодарян и скажите, что я тут. Диан, кто-нибудь скажите, что я стою и жду тут. Ребят, там продолжает ехать машина, но, судя по всему, меня потеряли, что ли, или что, не пойму наше. Иначе я вообще опоздаю. Всем спасибо, делитесь нашим эфиром. Сейчас, секунду. Мне пришлось взять трубку. А я думал, что вы меня потеряли. Ну все, ребята, следите за эфирами. Мне надо немного сейчас зарядить мой телефон. Это Диана Болгодарян. Всем привет. Это наш Виктор. Лева, большой привет. Вот так. Все, делитесь эфиром, пожалуйста.